Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту». В студии Александра Абдуллина. Александра Абдуллина, начальник отдела государственной регистрации недвижимости по инвестиционным проектам Управления Росреестра по Республике Татарстан. Как внести изменения в запись о государственной регистрации договора долевого участия после смерти собственника? В настоящее время дом в эксплуатацию пока не сдан, но наследники вступили в права и хотят изменить эту запись. Что для этого нужно? Согласно статье 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, права и обязанности дольщика носят имущественный характер. Они включаются в состав наследства и переходят к наследникам в неизменном виде. Нотариус принимает решение о включении заявителей в состав наследников и после получения от наследников договора об участии в долевом строительстве выдает наследникам свидетельство о праве на наследство. На основании такого свидетельства наследники обращаются к застройщику с ходатайством о вступлении в сделку с ним вместо прежнего дольщика. Вступление наследников в долевое участие оформляется путем подписания между застройщиком и наследниками дополнительного соглашения о переходе прав и обязанностей от прежнего дольщика к наследникам в порядке универсального правопреемства. Соответственно, для регистрации вам потребуются следующие документы. Оригинал паспорта Российской Федерации, совместное заявление о государственной регистрации дополнительного соглашения от застройщика и наследника, документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, действовать от имени юридического лица. Дополнительное соглашение к договору долевого участия, свидетельство о праве на наследство, иные документы, которые в установленных законодательством случаях необходимы для государственной регистрации, в том числе для проверки законности сделки. Размер государственной пошлины составит 350 рублей.